господин премьер-министр, я хочу вас поздравить. Вы открываете всему миру старые новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И, в свою очередь, я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Беларусь. Я думаю, нам нет смысла много слов говорить в плане знакомства, потому что мы, пусть заочно, но очень хорошо знаем друг друга. Хотя на международных форумах и конференциях мы встречались с вами не единожды. Соответственно, мы очень хорошо знаем близкую нам Венгрию. В свое время мы очень близко и тесно сотрудничали. Это было в советские времена. И я хорошо знаю не только Венгрию, но возможности, потенциал и ту степень нашего сотрудничества между Советским Союзом и Венгрией, которая была в прошлом веке. Это страна с высочайшим уровнем развития и в силу этого огромным потенциалом. И тот уровень наших торгово-экономических, да и политических отношений абсолютно не соответствует тому, что мы можем. Товарооборот 255 миллионов долларов – это не тот товарооборот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и между двумя мощными экономическими организациями. С одной стороны, Европейским Союзом, с другой стороны, Евразийским экономическим союзом. Я хочу, чтобы вы знали, господин премьер-министр, что мы готовы к этому, во-первых. А во-вторых, если мы о чем-то договоримся, Беларусь свято будет выполнять эти договоренности.